Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствуем на 8-м туре MLBet первой лиги. Отправляемся в славный, красивый, оригинальный, я бы даже так сказал, город Жигулевск на стадион Кристалл, где играет тольяттинский Акрон. И сегодня сюда в гости к одному из лидеров чемпионата приезжает единственная команда, которая еще в этом сезоне не проигрывала. Это новороссийский Черноморец, 17-й Денис Фомин. Пятый Виктор Гараев, капитан команды. Юрий Бадагян, 24-й, 77-й номер. Дмитрий Коробов, Шамиль Саадуев, номер 11-й, 19-й Владислав Руденко и номер 90-й Артем Делькин. Данилин, левая нога, естественно, у него самая, что есть, опасная. Хотя играет справа, но при этом вот такие подачи будет сегодня выполнять часто. Хороший получается у него сейчас заброс и удар, с которым справляется Даниил Фролкин. Первый такой, наверное, опасненький момент действительно есть в этом матче. И удар в створ ворот. Хороший, плотный. Никола Кумбурович, Юрий Будагян, Дмитрий Коробов и Артем Делькин сегодня в стартовом составе. А в прошлом матче не играли. Удар по воротам от Понсе. Было там касание Фролкина, вроде бы нет. Еще один моментик. Подбирается. Акрон очень близко, честно говоря, уже подбирается где-то даже и гол. Факт красноречивый о том, что не все впереди хорошо. Понса, еще один удар. Третий удар за последние 5 минут от Андерса. Подача неплохая. Еще удар. И снова Понса. Или нет, или Кумбурович бил. Середина первого тайма. Пеков, вот момент, еще один, и Фролкин выручает свою команду. Да что ж происходит в броне черноморца? Главный тренер хозяев. Дальний удар может быть, и есть, и все правильно абсолютно сейчас делает Кубаев, почему бы и нет. Пеков, правая нога у него бьющая. Пеков долго мяч подрабатывает, подготавливает себе этот удар. Но продолжается атака, хороший прострел, и вот это уже момент стопроцентный, просто... Толком не попал сейчас по мячу. Классный прострел на дальнюю штангу. Ну, наверное, слишком сильный получился для Данилина. Хотя, конечно, должен был он здесь мяч в ворот отправлять. Конихов рискнул пойти в проход. Подача хорошая. И вот момент. Удар по воротам. И очень высоко пробивает Евгений Песегов. Ну вот, когда Акрон начинает немножечко обострять за счет индивидуальных действий, в основном сразу появляется опасность. Еще одна подача. Моментище у Понсе. Не забивает Андерс. Еще шанс у него один в этом матче. Потому что футболист под 11 номером черноморца имеет много голевых моментов. Но вот сейчас, пожалуйста, Саадуев. Перехват. Вошел в штрафную Саадуев низом. Или что это? Это удар! Это штанга! Ничего себе! Еще удар! Вот это момент черноморец создает на 55-й минуте. Какой-то такой спонтанно-случайный, даже удар у Саадуева не получился. Я вообще не думаю, что он бил. Скорее всего, это была передача, но едва мяч в ворота не залетел. Ну что, подача сейчас будет? Да, идет подача. Ну, тут лишь два футболиста, черноморца. Штрафной, ух ты, вот это удар! Волков спасает! После дальнего выстрела подставлялся футболист Акрона, безусловно. Неплохо, ух, как красиво, дальше передача, можно забивать, здесь Фролкин спасает свою команду, но не получился у Владислава Галкина удар таким, каким, конечно, он хотел бы его увидеть. Ошибается черноморец на ровном месте, Конюхов, подача, здесь кто? Скидка, будет ли удар по воротам Эльдарушев? Удар по воротам все-таки есть, бьет уже, дает Хубаев, но это в руки Фролкину. 88-я минута, бежит к воротам Антонов. Антонов, он свеженький, хорошая передача, ударное исполнение. И здесь на месте Сергей Волков. Но во втором тайме черноморец пару-тройку моментов неплохо создал, используя контратаки. Дальше подвигается атака Акрона, дальше передача в разрез не проходит. И вот теперь все. Теперь все, второй раз подряд в этом сезоне черноморец играет 0-0. Показывает, что все, время истекло. Восьмой матч черноморец не проигрывает в этом сезоне. Спасибо болельщикам, спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нашу трансляцию. Павел Ботов для вас эту встречу комментировал. Всем пока, всем спасибо.